Ладно. Но вот знаете как, кто-то же должен меня на место поставить, нет? Вот, я не собираюсь выглядеть оракулом, я не собираюсь выглядеть таким. Давайте разбираться, может быть, я где-то перебрал, переборщил, может, в самом деле из грязи. Чего это, значит, луганский нищеброд? Привет, земляк. Привет, пан нищеброд. Кстати, я всегда, тут же ключевые слова. По дедовской линии мы являемся, я и мои родственники, являемся, имеем фамилию Нетяга. Нетяга это означает бедняк. В переводе с украинского бедняк. А дед мой гордился тем, что у нас в роду был атаман Нетяга. Я проверил, ну, сейчас же что, набрал атаман Нетяга, вот он. Вот. Самый первый, после самого Болотникова. А Болотников в советское время это был национальный герой, да. Вот. Так что у меня из родословной все в порядке. Смотрите, какая у меня родословная, чтобы вот он нищеброд, а я бедняк по материнской линии, по дедовской материнской линии, да? Вот. Понимаете, как здорово получается? Чего вы так распинаетесь? Ничего нового вы не придумали. Большинство ваших приемов хрестоматийные. Меня этому в институте учили. Елена Александровна, к вам обращаюсь. Еще к нему, среди нашей команды, это еще раз говорю, 500 тех, кто всегда рядом, и еще несколько тысяч, которые, как сказать, почти рядом. Вот, среди вас несколько десятков людей, пусть сами себя называют садоводами неопытными, но с дипломами биолога или дипломами или агрономами, ну, есть еще и экологи. Это то же самое. Вот. Я бы хотел знать, дело в том, что он не отзовется. Мне никогда не бывает такого, чтобы человек взял и отозвался. Я ему ответ написал, он же это как называется, это в комментариях, так? Я ему ответ написал, что отвечу, мол, на вебинаре. Может, ответит, может, не до этого, Луганский с Луганск. Вот. Но хотелось бы я знать, где в институте этому учили? Хоть чему-то. Вы понимаете, как учили? Смотрите, скорее всего, учили так, как в школе. Я вам показывал уже для 10-11 класса этот учебник. Это ужас. Абсолютно непереводимый, передрали все с университетского курса, так бедных школьников. Вообще непереводимый, мы это проходили. Если этому учили, но я этому не учу. У меня все попроще. Вот так. Как можно считать, что учили? Я ничего понять не могу. Вот. Где это? Почву надо искалечить, червей уничтожить, муравьев уничтожить, грибы уничтожить, эти, почву уничтожить вместе с корнями, на всякий случай корни попадают под раздачу. Найти кучу лишних веток, искусственный штамп, все это уничтожить, все это потом всю жизнь. Я ничего понять не могу, где у нас общее что-то? Где я у вас передрал? Ну, ладно, будем разбираться дальше. А дальше вы правильно, смотрите. Потому что тут не поймете, то ли он меня хвалит, то ли ругает. Вот, этот нищеброд. Итак, большинство ваших приемов учили. То есть вы знаете, а почему тогда не вы выступаете, а я с этими самыми. Вы сами до конца, это я, не поняли, какую работу провели с районированием. Не понял я, нет, мне некому все это обобщить, упаковать красиво. А вот это да, вот я призывал ученых, давайте упаковывать. Это будет наукообразная штука, ну, пользу принесет. Ну, это самое, на мой взгляд, все образование в России сгнило полностью. Ну, да мы с вами мы одинаково мыслим. Старые кадры давно ушли, новые бараны. Новые не бараны, они просто, их старые кадры, которые ушли, вы зря сказали, что все учили. Они учили так, что с 19 века и до 21 века все было направлено на уничтожение деревьев. Это факт, это факт.
Ну, они бараны, они просто не знают. Они, придя в институт, они не обязаны знать это. Это только вы знаете, вы сами говорите, что вы знаете. Я знаю. А учить-то их кто будет? Ответ мой. Произошла деградация практической биологии в угоду гонорару. Да, я рассказывал. Если написать, не надо трогать почву, то есть статьи нету, публикации нету, степени нету, ни докторской, ни кандидатской. А вот когда ты придумаешь, вот тут уже без меня 8 видов веток, которые лишние, надо это, но это же не мое, это плагиат. А я придумал вот еще, давайте еще вот эти ветки уничтожим. Вот, назовем их слабыми, и все цветочные ветки призову на взрослых, нет, показывающих, кстати, дерево не маленькое какое-то, а взрослое, а на нем сотни этих так называемых слабых веточек. А они плодовые, а он об этом не знает тот, кто это. Или ему нужно, он даже если знает, он знает, уже написано, меня в институте учили. Но надо их все отрезать, иначе статьи не будет. Вот так вот и это помаленечку. В угоду гонорарам все это было извращено. Так.